Рассмотрим технологию классического наращивания ресниц. Я вам изобразила ресницы сверху. Клей у нас 2-3 секунды сцепки. Пинцеты. Работаем прямым изогнутым. Берем изогнутым пинцетом искусственную ресницу, опускаем ее в капельку клея. Прокрашиваем эту каплю по натуральной реснице и ставим на нее искусственную. Отступая от века 0,5 миллиметров где-то, потому что на века мы не наращиваем. Если нарастить ресницу на века, тогда она будет, конечно, в процессе носки колоть. Важные моменты при приклеивании натуральной ресницы к искусственной — это соблюдение расстояния от века 0,5 миллиметров, хорошая сцепка искусственной ресницы с натуральной в начале, обязательно в середине. А концы могут не совпадать. Это все в зависимости от изгиба натуральной ресницы и подбором вами искусственной ресницы. Поэтому их изгибы могут не совпадать. Но самое главное, чтобы соблюдалось расстояние и хорошая была сцепка в начале и в середине. Неправильно работать, когда только в середине у нас сцепка идет. Здесь у нас промежуток, ресница держаться не будет, искусственная. Либо мы наращиваем на века, тоже является одной из ошибок. Потому что если мы наращиваем на века, ресница продолжает свой жизненный цикл, она продвигается, и в процессе носки она будет доставлять дискомфорт клиенту, будет колоть. Поэтому самое главное — расстояние от века 0,5 мм и сцепка в начале и в середине искусственной ресницы с натуральной. Еще немаловажный момент – это направление ресниц. Если поделить на три части, тогда можно сказать, что внутренний угол, центр и внешний угол. Вот ресницы по центру, они должны смотреть центр. Ресницы внешнего угла, они уходят немножко вправо. Ресницы внутреннего угла идут немного влево. Поэтому по верной раскладке вы должны вот таким образом придавать им правильное направление. Ресницы натуральные делятся на пушковые и на ростковые. Поэтому пушковые вы пропускаете, а на те, которые более крепкие, вы наращиваете искусственные ресницы. Обязательно учитывайте количество ресниц на разных глазах. Допустим, у клиента на правом глазе будет 150 штук, а на левом 120. Вам надо будет в любом случае это количество сделать одинаковым. Вот здесь вы можете пропустить несколько ресниц натуральных, чтобы сравнять вот это количество вместе. Тогда получается, здесь мы 120 штук берем. Ну, соответственно, здесь
одинаковое количество будет. По заполняемости это будет смотреться очень правильно. Выравниваете одинаковое количество ресниц на каждом глазу. Время наращивания у мастеров-новичков и у мастеров-профессионалов, конечно, разное. У мастеров-профессионалов оно около 1,5–2 часов. Вы, пока новички, вы будете работать 3-4 часа. Но не пугайтесь этого времени. В любом случае, когда вы уже набиваете руку, ваше время наращивания будет сокращаться. И еще хотела сказать вам, дорогие друзья, по окончании этого курса вы можете получить 3 сертификата. Поэтому, кто хочет получить от меня сертификат, пишите мне на почту, которая написана внизу под описанием. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман и Елена Бернес. И до встречи в новых видео! Ева Лорман, Елена Бернес, уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи, да, это верно. Бернес, подтвердим? Да, непременно.